Около 30 торговых точек открылись для гостей ярмарки. Люди с интересом знакомятся с представленным здесь ассортиментом. Кого-то к прилавкам манит аромат рыбы, кого-то привлекает красочная сувенирная продукция. Каждый на ярмарку пришел за своим, но из-за большого выбора и разнообразного ассортимента, как говорится, глаза разбегаются и уже забываешь, что именно хотел купить. Рыбку купили на пробу, якутскую. Надеюсь, будет хорошо. Картошку приобрели. Сейчас смотрим дальше. Такого рода ярмарка – это возможность торговать на улице, минуя розничные сети. Покупатели приобретают товары напрямую от производителя, без посредников, за счет чего достигается снижение цен. Такая практика в городе Одинцово успешно применяется уже второй год. Наша компания занимается рыбой. Рыбой именно с Якутии, северной рыбой. У нас представлены такие, как омуль, муксун, ряпушка, чир. На прилавках ценопада представлена продукция как известных брендов и крупных перерабатывающих компаний, так и представителей фермерства и сельскохозяйственных предприятий региона. Это хлебобулочная, мясная, рыбная, молочная продукция, мед, овощи, фрукты, изделия ручной работы, сувениры. Все это традиционно пользуется спросом у покупателей. Привезли вам дикоросы таежные, то есть травы в виде чаев, уже сборов, отдельно корешки, также настойки, масла и жиры. Также вы можете у нас попробовать и самовара чай, будет бесплатная дегустация в субботу-воскресенье. И еще мы занимаемся саженцами кедров, выращиваем уже здесь под Серпуховым. Ярмарка «Ценопад» будет открыта для всех желающих до 14 августа. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».